В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличена единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы. В общей сложности заключивший контракт получит 1 миллион 205 тысяч рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Иду помогать нашим парням. Я всегда любил родину и как-то... Патриот с детства, меня так воспитали, я должен. Тем более у меня как-то все уже в жизни сложилось. Я должен отдать свой долг родине. Ну, это же мое решение, я мужчина.